Холмс. Ответьте мне на один простой вопрос. А кто эта женщина? Это же элементарно, Ватсон. Здесь два варианта. Либо это женщина-осень, либо же это, что менее вероятно, Клара Цеткин. Клара Цеткин? Верно. Потому что именно Клара Цеткин в 1910 году, будучи на международной конференции женщин-социалистов в Копенгагене, выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь на этот призыв, женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты, за право на труд, уважение своего достоинства и за мир. Тогда появились еще и розовые телефоны. Между прочим, Ватсон, Клара, на самом деле день, когда все чествовали женщину, появился гораздо раньше, еще в Древнем Риме, когда свободно рожденные женщины получали от своих супругов подарки. А рабы не могли в этот день не работать. По-моему, весьма отличный день солидарности для женщин. Вы знаете, но на самом деле абсолютно не важно, каким образом появился этот праздник. Самое главное то, что мы отмечаем его, и то, что мы поздравляем своих любимых женщин, а также наших уважаемых телезрительниц с этим праздником. Будьте любимыми, будьте счастливыми, потому что все, что мы делаем в своей жизни, мы делаем ради женщин.